В свое время выпускники Ленинградского института театрального искусства создали выпускной спектакль, пародийный капустный спектакль, который назывался «Все звезды». И я с печалью вынужден констатировать, что Александр Александрович в свое время руки даже не приложил к тому, чтобы сохранить этот талантливый коллектив. Аркадий Михайлович, к этому коллективу я не имел никакого отношения, потому что я сам звезда. Я понимаю, что меня освободили. Но вы знаете, сколько светит погасшая звезда? Да? А к тому коллективу никакого отношения не имел. Александр Александрович, свет от погашенных звезд дойдет до нас через много тысяч лет. И мы потеряли этот замечательный спектакль, потеряли бы. Но, к счастью, здесь уже без ваших усилий, эта композиция попала на сцену Ташкентского русского драматического театра. И мы имеем возможность сегодня посмотреть фрагменты из этого замечательного спектакля «Все звезды». Лучше, чем вчера.
завтра будет лучше, чем вчера. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня.